Ректоры российских и китайских медицинских университетов обсудили основные достижения и дальнейшую стратегию развития электронного медицинского образования двух стран в рамках совместного заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений и Постоянного совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. В мероприятии, прошедшем в Екатеринбурге, приняли участие представители 62 российских и 50 китайских вузов. Вице-губернатор региона Павел Креков, открывая заседание, напомнил, что буквально только что из Шанхая вернулась свердловская делегация, представлявшая в Китае перспективные проекты региона в области здравоохранения. Заседание Совета ректоров, проходящее в Екатеринбурге, это возможность продолжить начатый диалог. Сегодня перед здравоохранением стоят принципиально важные задачи. Мы уже должны через несколько лет превысить порог средней продолжительности жизни в 78 лет, потом 80 лет. И надо очень многое сделать по, во-первых, доступности медицины, это главное, и, во-вторых, по совершенствованию технологий. Заместитель губернатора также добавил, что подобные площадки дают возможность обменяться ценным опытом. По словам академика РАН, ректора Сеченовского университета, председателя Ассоциации Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, сопредседателя с российской стороны Петра Глыбочка, Свердловская область не случайно стала местом проведения заседания. Организация выбирает площадки, где есть медицинские вузы с развитой инфраструктурой, хорошей образовательной или клинической базой. Поэтому был выбран Екатеринбург, где работает Уральский медицинский университет, один из ведущих вузов. Наработки китайской стороны на заседании представил президент Карбинского медицинского университета, сопредседатель РКМУ со стороны КНР Ян Баофен. Он рассказал, что в стране создана специальная платформа «Интернет плюс образование». Сегодня пользуются популярностью ресурсы, предлагающие возможность онлайн-обучения, оцифрованные медицинские учебники, а также национальный ресурс по симуляционному обучению. В 2017 году число студентов, обучающихся онлайн, в стране достигло 144 миллионов человек, 120 из которых это делают с помощью мобильных гаджетов. Опыт Свердловской области по внедрению современных технологий представила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. По ее словам, Уральский вуз проводит более 1,8 тысяч вебинаров в год. Университет предлагает дистанционные образовательные технологии и для врачей, повышающих квалификацию. При всех этих успехах уральской медицины нужно понимать, что сколько бы высококлассных специалистов не выпускали бы наши вузы, в малых муниципалитетах все равно будет ощущаться их нехватка. И дело часто даже не в уровне зарплат. Молодым медикам необходимы бытовые условия для нормальной жизни и возможность культурно проводить досуг. В конце концов, просто не беспокоиться о том, как добраться до работы. Если говорить об Артемовском городском округе, то большинство общих коммунальных и инфраструктурных проблем влияют в том числе и на общую привлекательность для специалистов самых разных сфер. Поэтому роль работы местной исполнительной власти имеет особое значение. В том, чтобы в муниципалитет приезжали люди, а не наоборот, как это происходит у нас. Рост населения – главный показатель эффективности работы чиновников в территориях, впрочем, как и медицинских учреждений, которые не могут улучшать качество оказания врачебных услуг без наличия квалифицированных врачей.